Ну, короче, видишь нолик? Да. Я, значит, ноль раз и налает. Видишь, бежит она как будто. Да. Значит, она бежит. Можно это дело еще посмотреть вот так вот. Удаление 530 метров. Видишь? Ну, это классная штука. Ну, я вот так вот пока смотрю. Мне просто это, именно сколько он есть, угу, и сколько он лает. У нас западнее пошел. То есть по лайке даже показывает. Вот он, видишь, он показывает, что он бежит, он показывает, что он стоит, он показывает, что он делает. Привет, ребят. Огромные просторы. Сельхозугодья окские. Капуста, морковь. В общем, традиционно сейчас январь месяц, выбрались вот с Алексеем и с его замечательным жильцом. Приз зовут собаку, да, Лех? 7 лет. 7 лет. Очень 8, рабочий, да. Рабочая собачка. Вот, добывает зайца, причем такой вязкий. Ну и по косуле, естественно, традиционно он может сорваться. Ой, не хотелось бы. Не хотелось бы. Испорченная охота. Поэтому мы к лесу и не будем прижиматься. Наш путь сейчас, вот в принципе, все истоптано. Причем вот это уже далеко не первый след мы идем, наблюдаем. Тут из двойки какие-то. Один и тот же заяц. Ну это он, может, да, накрутил просто. Ну пошел по нему, уже все, видишь? По нему. Ну да. Вот он все по нему ушел, вот он по нему. Ну да, и следы куропаточек мы тут видели. Стая хорошая, добрая. Так, где они сидят? Ходить нам сегодня не переходить. Идем мы туда. Вон он, бегай. Да, да. Вот там вот я, Леша, это. Вот сюда пойдем, на перерез. Давай сейчас. Мы пройдем сейчас, пока пойдем. Я здесь, потому что ну собачкой да. Не гонял. Слушай, а расскажи, вот летом, в принципе, вот как они вообще сезон пережидают? Как ты его, на кого ты его водишь? А я его, честно тебе скажу, без снега я редко хожу с ним. Потому по что чернотропу ты не... По чернотропу я этот, не, я вот сам этот не. Товарищ любитель у меня, я говорю, козу гонять. Да. То есть я не вижу следа, а он-то, он зайцы вообще, я говорю, а сами по себе, чувствует. Они, да. Еще летом, вот осенью много травы, вот эти все запахи, и он гоняет то, что воняет. Воняет коза, да? Воняет лось. Да, да. Поэтому что-то у меня превращается в такую, не очень интересно. Ну, в ноябре уже можно ходить, когда вот уже все ну, отпадется. Вот, хотя бы, да, чуть-чуть уже, да? Да, тогда уже можно ходить, зайчик искать. Смотри, вот он не просто так этой вот почесал. Потому что кожа на все здесь. Смотри, видишь, он этим краем прям ходит, этими там вот этой чеплыгой. Вот там будет. Очень много было, да, в декабре сейчас следа. Сейчас набегано, там трупы будут, скорее всего, сейчас, видишь. Сейчас нам очень тяжело, два дня, если зайца много, если он много ходит. Многоследится. Да, нам очень тяжело его сдернуть будет. Понятно. Ну сдерни, товарищ сдерни, должен. Ага. Так, давай выходи. Может, посередине стой. Да мы можем раскидаться, смотри. Нет, вот сюда побежим в любом случае. Ну вставай. А я вот на тот угол пойду. Да, ну у тебя. Да, она постоянно пишет, но собака молчит. Пойми, я тебе говорю, бывает такое, что собака еще не знает. Вон собака. Собака пока не знает, что я сподела еще. Если он на тебя уже выбежит, а тут потом на след ты просто. Давай, все. А там, если начнет, подстроимся под него и все. Старый след. Это старый, я уже видел, да. Видишь, заходного нету, Лёш. И лиса здесь тоже. Вот, лисицын след. Сейчас мы их вычислим. Не пахнет, да? Приз, не пахнет. Не пахнет. О, это классика. Я начинал, меня дед водил на вальшнеп. Это первая вот охота, с которой мы начинали, в принципе. Это красота. Эти 40, 30, 40 минут, это просто. Особенно, когда все птицы поют вот на закате. Душевная очень охота. Кстати, Леш, вот ты знаешь такую особенность у зайцев? Они... Вот, ну, говорят там, о, они не плавают, они плавают. Я видел, как зайцы плавают. Причем... Во, плавают. Да, причем, ты знаешь, если... Нет, сначала. Они не очень любят, конечно, воду, но если их припрет, они переплывут 100%. Не гонный никакой заяц. Я его видел по весне, он переплывал, но там речушка типа лопасть только размером. Вот. Только она весенняя, разлившаяся. Куда же они ушли? А вон сейчас мы на ящике сядем. Давай.
Может и туда, но мы туда сейчас тоже дойдем. Найдем. Ну хороший. Охотник, да? Ты охотник как раз. Это мы так-то. Мы тут с тобой просто за компанию. Хозяин проводил меня гулять. И он почему-то называет это охота. Погулять, давай. Смотри, там или здесь? Вот он тут сдваивал, что-то крутил, вот. Нет, я тебе имею в виду, что он здесь, он может лежать вот там. Он может там лежать, да? Может здесь, просто вопрос, куда он. Давай тогда потише, мы не шумим. Потише, просто вопрос сейчас. Сюда он пойдет, вот так. Я могу вот туда встать, на вот тот край. Давай, смотри за мной, если я туда пойду, я тебе свистану. Давай. И пойдешь вот так вот. Давай. Сейчас, давай собаку поставим. Давай. А он уже нашел следы? Пожаришь. Брис, тут. Пошли. Заяц куда-то скинул, а вот туда, да? Все. Я понял. Отбой. Ну это такое, это вот он отсюда идет куда-то залегать. Идет он на пойме будет лежать. И такой легкий же прогулочный, жировочный следок идет. Что туда вот в те будочки. Ну видишь, у тебя приста не поднял. Полайкин. А может и поднял, но. Нет, видишь, в чем дело сейчас? Сейчас уже, грубо говоря, после обеда, сейчас след уже не воняет даже. Да, не пахнет. Выморозило. След. А он сейчас так бегает, не воняет примерно. Да, есть такое, я тебя понял. Есть такое дело. Это не заяц, да, нет, это чертит. Ну вот опять вот она вот это все ходит. Вон вообще с двойка пошла. Да. И сюда он спускается. Шел в эти кусты. Вот они любят это. Маст иногда даже держит, то есть морозил хорошо.
В эту сторону, по Чаплыге, вдоль Лопасни, туда вот. А вот выход. Заяц вышел, вышел с Чаплыги, пошел полем вот туда. Да, да, да. Выход есть. Собакин след потерял. Непонятно. Носится. Ну, сегодня хозяин взял меня на прогулку. На прогулку. Он называет это охотой. А у него шок, я тебе говорю, ты жил, ну как он? Я это понимает? Вообще, я представляю. Мы-то с тобой хоть понимаем взглядом, а для него это все огромная вонючая тропа. Да, но мы-то анализируем, у нас аналитический склад, да. Мы можем проанализировать это дело. Он и а он четко, у него инстинкт, все. Да. Да ты красавец, приз. А ты вообще как... Добрый пес или ты злой пес? Добрый пес. Но... Добрый, но лучше не трогать. Нет, я... Трогать, пожалуйста. Не, не надо. Я, вот видишь, там раз, два, три он тебя увидит, да, потом все, он запомни. Тебя будет это, обниматься к тебе лезть. Приз, ты мой хороший, да ты охотник, да, на, о, настоящий. Когда? Вот, вот туда, туда, давай, давай, вот там, там он. Ну, он по козе пошел точно. Нет, слушай, не по, тихо, по тихо. Козе, он крутит по одному месту. А в это лая нет. А лая нет. Если он крутит по одному месту, то кого-то он раскручивает. Может, он распутывает. Что-то он... Палаек нету, да. Вот встал. Стоит. Не хочет. Нюхает. Ну, у меня показывает, у меня начинает он на вибро. Я ж, да, ты а пока... вот побежал уже, побежал опять. Он встанет, постоит, надоело ему. Но он слушает, нюхает, он, да, окружение считывает. Что-то никого нет, ничего нет, нахрен, надо домой. Вот так он думает, да? Наверное. А вот я тоже, ты такую вещь сказал интересную, вот хрен знает, когда они бывают действительно прям с таким звонким детским прям таф-таф-таф-таф-таф, а бывает, что прям, ну как-то, ну вот когда более грубый, я считаю, и все равно зайца, да? Потому что бывает, что бывает по кабану так, вот зайца, так, да, или по куницу. Зверю, по зверю бывает у него другой. Более грубый, да. Да-да-да, он нас он тропит, тропит уже, бежит за нами. А он нас тропит, да. Да, все, надоело ему. Бросил. За нами чешет. Наебали дурака на 4 кулака. Не, ну как так-то? Ну, ну ты мой хороший. Ну что это? Ну что ты? Сейчас суп поедем есть. Ну что ты? Ну что ты, милый? Ну что ты? Ну понюхай. Ну давай познакомимся. Ну что ты? Масок. Ну что, ребят, сегодня вот мы с Лехой вышли, но время уже где-то, наверное, к 10, пока дошли. Ну, сегодня вообще все, вот у нас вот так вот все замело.
И сейчас метет, и вообще ничего не видно. Я даже не знаю, что мы сегодня наохотим. Приз вон бегает, но никакого следа, естественно. Просто собака гуляет. И у нас, Леш, как бы шансы только, если мы подымем. Или приз подымет, и будет свежий какой-то след. Или как-то вот он по наитию просто его поднять, и пошел этот заяц. И тогда мы все, и мы должны добыть. Я не знаю, потому что вот метет, я думал, что стихнет, уже ночью этот снег шел. Мы сели вот где эти китайцы сидят, вот в постройках тут чайку попить. Дошли сюда, километр полтора идти где-то. Сейчас идем на прежнее место, где были вот в прошлый раз, где вот эта капуста, где там было просто трассами зайчьими истоптано, к теплицам, типа жерлица. Так вон, на лопасне тут и рыбачат они. Похоже, да. Не, я просто думал, вот туда может выйти. А что там на лопасне? Ну да, сейчас там, наверное... Ну смотри, давай просто тобой логически рассуждать. Самое большое количество следов было там, правильно? Да. Сейчас его там не будет. Почему? Я думаю, что они туда, они могли туда заходить, но его весь замело этот след. Ну замело, я согласен. Но там же, помнишь, чипыга такая была? Ну да. Где еще мужичок охотник? Нет, теоретически да, там он лежать может, я не спорю. Давай. Сейчас вот, вот смотри, вот что ты рисовал. Видишь, как ему он раз остановился, что-то пронюхал там. Вот да, у них нюхалка-то какая. Значит, он какой-то все-таки запах словил. Вот он чувствует, да. Прием, прием. Если что, приз у меня здесь тусит рядом прям. В 10 метрах бегает. Понял, понял. Присел передохнуть, ребят, чайку попить. Ходить не так сложно, но тяжело, ветер в лицо, приз носится, вон, вон он чертит, он здесь шерстит вот этот весь милятник, ну, кусты вот эти, в общем-то. Где, как помните, в прошлый раз тут все истоптано было зайцем, но сейчас, конечно, он весь лежит после такого фронта. Давай, давай, мой хороший, ищи скорее. Ищи зайчика, ищи. Ну а что ищи? Он гуляет. Ну хорошо. Пошел туда, на те поля. Вот. А Алексей пошел вот там эти теплицы, туда он и почесал. Это вот только по наитию, ребят, если подымем. Вот. Потому что хоть снег и закончился, но зайцы все в лёжке, в крепи. И все-таки я так, по моим ощущениям, вдоль все речки, там где-то во враках, вот в этих вот завалах под какими-то бревнами можем мимо пройти, он даже не подымется. И собака-то даже в такой, по такой погоде, она даже и не поймет, что поднялся. Задувает прям вот эта поземка. Красота.
давай, давай, там, там, там. Зайца. Зайца. Оп. Хоп. О, все, он по колено с неба. И вот он. Вот там где-то заходной был след. А вот он выходной. Сюда идет. Через дорогу. И вот он пошел. И он туда пошел. Туда же Леха с призом и учапал. С той стороны. Тут лог такой. В общем, ребят, сегодня на другую карту приехали. Сразу вот здесь вот это грейдер прочищенный. И сразу уже Леха с собакой, они... Он сейчас объедет, там еще дорога такая идет. Вот это вот лог, овраг. Там деревенька дальше, за этим логом. Ну, вот здесь два зайца, по идее, лежат сейчас. А, и сегодня Леха с сыном. Молодой парень, хороший, он... Хоть и молодой, 21 год, вот, все уже с лицензией, с ружьем, но уже опытный. Леха-то у нас сибиряк, он его с детства, вот так вот. Поэтому сейчас, ну здесь вообще, вот куда ему деваться этому зайцу? Либо он сюда на меня прям выйдет, либо на дорогу куда-то здесь, или ну быстрее, наверное, здесь и пойдет сюда, или пересечет. Короче говоря, здесь прям вообще поле для деятельности. Погода прекрасная, зайчи такая. Продолжаем мы, ребята, серию сезона. Вот там, где мы были, когда вот эти снежные завалы, у меня, к сожалению, не получилось еще раз туда съездить. А вот Леха с товарищем ездили. И все-таки они из теплицы одного зайца добыли. Сейчас я вам фотку эту вставлю. В общем, можно поздравить товарищей с полем, своих коллег-охотников. Красавцы. А у меня тогда просто по работе не получилось съездить. Ну, вот так вот. И как раз таки из тех теплиц дальних его... О, у меня уже Леха взяли. Юра! На приеме. А, ну мы пошли. Все, это, выходим. Я тебя принял, понял, все. 7-3, ждем. И вот, и ребята, из-за такого количества снега уже он снегоступен, потому что ходить так уже невозможно в сапогах. Значит, это вот у меня сколько, 4-5 год я в них хожу. Подробный обзор на канале я снимал. Кому интересно, я ссылочку в описании на них оставлю. Посмотрите, тут Canadian Camper Forester 1238. Короче говоря, что тут с ними случилось? В общем, ходил я, ходил. Видите, вот эти вот клипсы, да? Педалька вот эта, ну, которая, собственно, вот этот ремешок держит. Вот здесь у меня слева она сломалась пополам. На морозе походил, минус 25 было, и она треснула. В общем, сами по себе вот эта дека, снегоступен, они прекрасные. А фурнитура, ну, в общем, похабщина китайская. Как оказалось, мороз, она не выдержала. В итоге, я не знаю, что-то буду колхозить, пока просто беру жгут, стяжку. И как бы под сапог, вот надеваю, под сапог приматываю вот снизу за вот эту педаль стяжкой. Короче говоря, сегодня, в общем, пока здесь-то я на дороге прям встану. Смысл какой вот здесь, у меня номер.
Вот. И ну, сегодня, если будет такая возможность, я вам все это покажу, как я в них теперь хожу. Я тебя принял, Серега встанет в поле за спиной у меня, правильно я понимаю? Да, между мной и тобой, там след заходной сюда идет, как раз, ну, в сторону Оки. Вот он на этом следу и встанет. Да, понял тебя. Ладно, я на месте остаюсь, я тут прошелся, посмотрел, вроде никаких выходов из лога нет. То есть я посмотрел, но нет выходного следа, значит, где-то сидит он тут. Ну, я тоже думаю, он там сидит, потому что, ну, блин, не может так, что три заходных у нас, ну, два заходных у нас следа получается. Даже три было заходных, один заяц ушел и ни одного выходного. Ну, как минимум один там должен остаться. Ну, так точно. Ё-моё. Короче, мы друг на друга его поснули. Серега приехал. Ну подери, давай, лапу подери. О, смотри, подрал. Ха, ну, класс. С полем, Серег, держи. Наконец-таки я хоть с этого поля взял его. Ну да, ты его и это самый, это твой заслуженный заяц. Так, мужики, ну красавцы, Лех, ну ты навернул-то прилично, чё уж. Вон я, вон там уболковые. Этот козлина, вот он поднялся с этого, с чепыги, вот здесь чепыга. Угу. Прямо ушел в Балково. Отвали. Там он собаку скинул. Вот, и у меня сегодня пресс что-то вообще какой-то молчаливый. Что-то он сегодня... Да не, ну может настроения нет. Хорошо налетел он? А я его, он шел, потом либо меня увидел, либо у него там след. Он, короче, в метрах 20, наверное, в поле начал. Он хотел в поле уйти. Он пошел в поле. Ну я ему прям насувал туда, в угон. Сейчас посмотрим попадание. Вот это что у нас? Вот это вот со спины. Ну так я и стрелял по спине. Вот она по со спины, и она под шкурой. Вот, видишь? Она его не пробила, ты хоть? Она вообще его по ребрам. Она его причесал. Ты его причесал. Собаки только лапу, помнишь, как в прошлом году? Вот, смотри, ты ему даже шею попал. Видишь? Ну, да, я знаю. Если бы хороший патрон был бы, ты бы его убил. Нет. Видишь, все, это перебитая шея. Конечно. А так? Была бы. Вообще охренеть. Хороший патрон у тебя. Так, ребят, ну что, дробь 2, СКМ Индустрия с порохом Сокол, видимо, Русь, потому что продолжает меня радовать. Вот уже и в этом сезоне своими замечательной кучностью,
своими джоулями или чем там, мужики, я не обалденная знаю. Короче, резкость. Короче говоря, ребят, сами все видели. Леха сейчас разделывал зайца, когда. Ну, тут невозможно было промазать. Я 3 раза стрелял, все 3 патрона минимум ушли. Минимум 4 дробина я нашел под шкурой. Да, минимум. И все они не пробили даже ему, ну, вот эту пленку. То есть даже ни по ребра не пробили, ни мяса, ничего. Причем несколько дробин прям в шее были практически, не пробили. Только шкуру пробили, по сути, и все на этом. Зайцу было больно. Зайцу было больно, может быть, он бы дошел, но если нет пробития, то... Слушай, ты мне скажи, а приз сегодня молчит, да? Ну вот он сегодня там лаял, а здесь сегодня, я хрен пойми, что он сегодня у меня. Не в духе. Ну не в настроении, бывает. Не в духе. Такие вот дела. Маленько, конечно, расстроен из-за того, что патрон подвел, в принципе, в очередной раз. Уже, можно сказать, с весны того года на подсадных. Вальшнапе утку обнесло тогда. Перо выбито, это я вам уже показывал. Вот с тех пор, как бы, эти СКМ патроны меня начали подводить. И вот сейчас вот, я думал, это еще... Оказалось, это, ну, 22-го года, или даже нет, 23-го партия патронов. И вот так вот. То есть все дробины, практически все зашло, но не пробило. Ну, 30 метров, ладно. Сейчас собираемся, едем на другую карту, уже туда, в пойму Оки, и попробуем там зайца потолкать, погонять. Ну, может, там что получится. Это уж если в лоб только ему стрелять. Ну, вышел он красиво, ребят, зато красивый кадр. Я как раз камеру успел поставить, и тут вот он выскакивает. Прям четко все. Продолжаем. Охота еще пока не закончена сегодня. Так, А у меня стоящий, у меня однолыжный. Ага. Русская техника отечественная, о! Ижевский. Ижевского завода. У меня челябинский, суровый челябинский трактор. Продирается через все эти, да? Ага, продирается. Неизвестно. Еще не я на своем. Ну я поездил по этому, но я у Сереги попроходимей будет. У него полегче. Но у него 2 лыжи, видишь? 2 лыжи и гусеницы шире. А у меня, видишь, у меня только за счет мотора. Да, и на нем и на нем сидеть можно. У меня тоже можно сидеть. Можно? Да? Я снял сиденье. Потому что неудобно. Угу. Еще бы стеколышко сюда такой. Это, блин, все летом. Все переделки, доделки. Да, я тоже летом буду делать. Ты его только в этом сезоне, да, эксплуатируешь? Да. Ага. И косяки, как бы, блин, достаточно здесь. А, кстати, очень хорошо, что столько у нас навалило. Как раз проверить технику. Косяков достаточно. Блин. Ну, понятно, это ж... Даже руки, блин, дай даже. Это ж и жмех. И жмаш. Да, как и ружье. Да, я и же говорю. Ну, у меня в инструкции написано, что доработать напильником. Да, конечно, каждому ижаку прикладывается напилинг, молоток и все дела. Это же то же самое, как на ижаке. Да. На 27-м. Там подрезал, тут там подбил, подстучал. Да. Все это мы делаем. В общем, все в них хорошо, в этих снегоступах. Ну вот сколько по пухляку иду. Нас-то нет практически. 5-10 сантиметров заглубления. Но это ни о чем. Ходи не хочу. Но, как я говорил, вот эти беленькие педальки вот здесь развалилось. В итоге вот такая у меня сцепка жгутом. Так и хожу. И пока ходит. В общем, решили мы тут, вот где мы с Илюхой тогда ходили, вот там прочесать. Но зайца нет вообще ни одного следа. Леха туда к теплицам пошел. Серега вон на снегоходе едет. Ему-то что? Ну и смысл, вот здесь вот кукуруза. Вроде куропатки были. Сейчас нету ни одного зайца. И сейчас они туда, скорее всего, учешут, там посмотрим. Да как? Пока иду в сторону теплиц, там озеро.
где. Вроде там зайчьи следы были, сейчас посмотрим. Ну, а Сереге хорошо, вон он, красавчик, едет себе. Пересекать его нет. Или там полегче будет. Примерно, кстати, в этих где-то местах, не доходя туда до озера, на берегу реки, в принципе, вот заяц, ну, было плотнее, такой подрост, и между веток он там бах-бах-бах куда-то, я его не смог взять, потому что стрелять было смысла никакого, ну, там нельзя было стрелять. И было тут все исхожено, легкие, а сейчас, вон, смотрите, просто... Целина, ни следочка, ни намека, какие-то старые следы, ну, и вот это вот, да, тут снегоходка вот эта вот, на снегоходах по ней ездит, может быть, мне имеет смысл идти туда к ребятам, прям вот этой вот снегоходкой. Здесь идется более-менее нормально. Ну, сейчас я так и протоплю. Ну вот, ребят, по такому красивому закату, уже практически, да, солнце начинает заходить, время к 4. Проселочная дорога, деревенька. Я, собственно, уже к машине вышел давно. Уже, естественно, снял снегоступы эти свои многострадальные. В общем, ладно. По клипсы хоть это и сломано, но пока они отрабатывают. С этим жгутом я приспособился. Хожу, ничего страшного. Вот, ружье уже разрядил. Собственно, вот такая серия получилась, сюжет. Познакомились с Алексеем. Сибиряк, вот такой вот мужик Леха, если смотришь, привет тебе, дорогой. Гоша, твоему сыну привет большой, тоже рад познакомиться. Ну и Сереге тоже, Серега отличился сегодня, вообще красавчик. Я ему этого зайца поснул, что называется. Но это вот просто, у меня, конечно, расстройство, ребят, ничего не сказать. Стрелял четко, и в шею зашли дробины, но не пробили даже кожу. Уж я не говорю о мясе, там, мышцах, ребрах. Вот, заяц, конечно, получил, но кто его крайне взял, того и приз, что называется. Ну и приз, да, прекрасный выжляк у Лехи. Хотя уже и не молодой парень, 9 лет, это уже такой нормальный срок для пега и гончей. Тем не менее, работает он прекрасно. Правда, иногда ленится без голоса, но здесь конкретно просто мы уже приехали на место и понимали, что заяц там должен быть. И, естественно, конечно, сейчас по такому снегу, ну, не будет он гулять вот так вот по полям, где его можно и вытропить, или собаку на след поставить. Конечно, он будет уходить вот такими проселочными автомобильными дорогами и куда-то в деревня. Сейчас у них начнется гон, и вообще, как бы, все, они будут сжаться к людскому жилищу куда-то. А здесь, естественно, ну, раскидывать номера охотиться нельзя. Здесь дома жилые. Так что вот, с этим местом мы, вот именно вот с этим, с этой картой кукурузной, мы, наверное, прощаемся, но просто пока не имеет никакого смысла практического здесь собаку ставить, охотиться. Будем дальше продолжать, ребят, это еще не конец истории. Я все-таки надеюсь в этом сезоне с трофеем. Ну, там дальше как пойдет. В конце концов,
подышали воздухом, погуляли прекрасно. Физическая культура. Посмотрели, полюбовались прекрасными зимними пейзажами. Ребят, спасибо, что смотрите, спасибо, что смотрели этот сюжет. Дальше будем, опять же, тоже с Лехой связываться, с Алексеем. И дальше гонять, пробовать. Это вот начало такой истории, доброй, хорошей и приятной истории. Я надеюсь, с хорошим финалом в качестве трофейного русачка. Тем не менее, ребят, всем пока. Ни пуха, ни пера вам. Ну да, ни пуха, ни пера. Вот, уже рога и копыта у нас закрыты в сезоне. Так что ни пуха вам, ни пера на охоте. И пока, увидимся. Анунаки, да. Вон там они стоят, эти анунаки. Красотища.